Коротко. Регулировка стояночного тормоза Ford Sierra. Вот идет трос стояночного тормоза, оплетка у него в виде пружины винтовой. На ней одеты гайки. Одна контргайка, одна основная гайка. Но вот в моем случае они обе вращаются одновременно. Чтобы отпустить, вращаем против часовой стрелки. Чтобы затянуть, вращаем по часовой стрелке. Работаем как с обычным болтом или с обычной гайкой. Подтянули, посмотрели. Идем в салон. Нажимаем кнопочку. Можно не нажимать. Резко дергаем рычаг вверх, отпускаем. А теперь считаем щелчки. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. То есть вот у меня ручник встал. Конечно, можно дернуть сильнее, будет больше щелчков. Но нормальный режим — это 6-7 щелчков. Натяжение троса, соответственно, делать меньше щелчков не стоит, можно перетянуть колодки, и тогда будут перегреваться тормозные барабаны, колодки не будут расходиться. Больше щелчков. На каком-нибудь крутом склоне машину будет не удержать. Ну и во-вторых, неудобный будет ход рычага, слишком длинный, чтобы стартовать, допустим, на высоком уклоне. Можно повредить заднюю машину. Ну, в общем-то, как видите, это все просто. На этом и все с ручником.